На французской атомной станции Фламанвиль, где возводится новый реактор, в четверг утром прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 5 человек. Как сообщила префектура, риска радиационного заражения нет, поскольку объект не введен в строй. На месте происшествия работают пожарно-спасательные службы. АЭС Фламанвиль, компания-оператор Electricité de France, находится в регионе Нижняя Нормандия, на северо-западе Франции.